Привет, ребят, меня зовут Ваня, я сегодня рисую зебру. 3 недели дома, сегодня марафон рисунков нарисовывается так. Рисуй со мной. Я рисую маркером и масляной пастелью раскрашиваю. Зебра будет супер простая, супер сочная, супер черно-белая, как мы любим. Смотри, как я рисую зебру. Сначала нарисую ей тело. Тело я так рисую, такое тело у нее, вот такое, она большая, толстая зебра. И тоже не пошла в школу. Пошла в школу, и она очень довольная, поэтому должна быть. У нее такая довольно длинная шея. А теперь я рисую морду. Вот сюда морду она повернула в эту сторону. И сюда она смотрит. Отлично, нарисовали. Такая вот, это тело, это шея, это голова. Так, теперь можно нарисовать сразу ушки. Волосики такие, нарисовали. А теперь копыта рисуем. Копыта рисуем зебре вот так. Палочки такие, вот палочка такая с толщиной. И еще одна палочка. И еще одна палочка. И черным закрасим сразу копытца. Раз, два, три. Не хватает еще одной. Рисуем здесь четвертую ножку копытца и хвостик. А хвостик у зебры не как у лошади, не такой волосатый, весь такой из волос состоит, а из такой вот кисточки и длинного хвостика, как у, не знаю, как у кого, у ослика такой есть, да? Вот такая зебра у нас получилась. Она улыбается, она очень довольна. Очень довольна у нее глазки. Это ротик, это носик. Она супер довольная, вы понимаете почему, да? Все очень довольны. Я сегодня еще буду рисовать бабочку, так что не уходите. Привет, ребят, все, кто смотрит, у вас есть свободное время, рисуйте со мной. И пишите, что бы вы хотели, чтобы я сегодня нарисовал. Обязательно нарисую. Сегодня я еще бабочку буду рисовать, мне уже заказали бабочку. Рисую бабочку обязательно. Но сначала зебру. Зебра такая полосатая. Я беру черную пастель и раскрашиваю черной пастелью такие полосочки. Полосочки можно неаккуратно рисовать. Не рисуйте аккуратно. Чем кривее, тем красивее будет зебра у вас. Такие вот полосочки везде, да? Отличная зебра. Мордашку я нарисую ей немножечко, затонирую здесь, ушки затонирую. Собственно, все. Теперь осталось нарисовать ей только чудесную травку. Вот так вот, кружочек, травку. И она очень довольная. Чем? Довольная тем, что в школу не пошла, тем, что лето скоро, скоро каникулы, а каникулы продлили, и можно гулять, и гулять, и гулять. А потом уже и летние каникулы. И, собственно, классно, можно отдыхать. Вот такая у нас. А здесь как раз нарисуем бабочку, как меня и просили. Нет, бабочка будет отдельная. Это я так думаю, что вот этой зебре как раз подойдет здесь бабочка. И она прям в Африке своей живет зебра. Бегает от львов и тигров. И так, присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь, конечно, рисуйте со мной. А пока мне не пишут ничего, чтобы нарисовать, ну ничего. Пока будем рисовать животных, которые я придумываю после этого, что вы мне попросите. Сейчас, сегодня я рисую зверей, животных разных для детей. Наверное, от 3-4-5 лет. Вы можете присутствовать и рисовать со мной фломастером, маркерами. Рисуйте, раскрашивайте карандашами или масляной пастелью. Если вы что-то нарисовали, если у вас нарисовал что-то ребенок, то сделайте сторис, поделитесь, поможете каналу Рыбакит развитию. А вы можете нарисовать розовую пантеру? Конечно же, могу. Я сегодня буду рисовать розового фламинго, но пантера вроде тоже к животным относится. Хотя мне кажется, это человек, да? Так. Перерыв делаю, через минутку возвращаюсь и рисую. Каждый мой эфирчик делится на один рисунок. Один рисунок, один эфир. Легко перематывать, легко находить рисунки по сторис. Приходите, рисуйте. Через какое-то время все рисунки появляются на ютубе. Может быть, несколько дней на это понадобится. Хорошего настроения.